Украинская железная дорога объявила технический дефолт. Дефолт – это что? Заняли они кучу денег, кредитов у государства. А отдавать нечем. Должны государству 32 миллиарда гривен. 32 миллиарда. Такая реакция у всех практически. Говорит, все, а ребята, в чем кредит? Ну, 32 миллиарда гривен. А, гривен? Гривен. Ну, тогда еще ладно. Слава богу, не доллары. Как ты думаешь, как можно помочь железной дороге? Что надо сделать? Может, нанять им спонсора? Спонсор им поможет и потом деньги даст. А взять где эти деньги? Они их потратят. Банку. Ясно? Банк даст. Банк обязательно даст. Ну, типа дороже все, что есть. Покладись. Постель, думаю, где-то 50-100. А чай 5-7. Все. А ты на поезде ездила когда-нибудь? 1000 раз. Где? В каком вагоне ты ехала? Плацкартно? Плацкарта это шо? Значит, в купе. Дедушка аж ботинок подставил, чтобы не закрывались двери. Если закрываются двери, то там такое жилище. Пекло. Да. А постель вам приносили? Да, конечно. А на чем спать? А почему она все время в поезде такая влажная, не знаешь? Чтоб спали удобно. Потому что она часто лежит. Часто лежит, и она как-то смокряется. Постель выдает машинист? Нет. А кто? Техничка. Бывало в поезде, там ходят, носят, например, газеты, свежие газеты. Нет, это ты как на пляжах. Только там на пляжах креветки. И пончики, и печенье, и чай, и водичка, и газировка. Едешь, да и все игноешь и жуешь. Там есть чем заниматься? Интересно в вагоне? Там надо покушать, почитать, поиграть. Снова покушать, почитать, поиграть, сходить в туалет. И спать. Вот нормальный, это плотный график, в принципе. Санитарная зона. Знаешь, что такое? Это отдельный вагон. Это когда все санитары закрываются в туалете и ходят по очереди в туалет. Это возле туалета? Да. Там из такой дырочки можно увидеть Ельца. Есть одно условие. Когда поезд остановился, пассажиры заходят. И не тупят. То в туалет нельзя. Ну а если охота в туалет, что делать в этой самой санитарной зоне? Надевать памперс. Горшок с собой возьмем? Нет. А что делать, когда хочется? Подождать. Может быть, пожелать нашим железнодорожникам что-то? Дорогие проводники. Проводники, в смысле. Желаю вам хорошо прокатиться на новых поездах. Чтоб у вас были хорошие дела. Вот так. Отлично.